Так необычно с тобой тут сидеть, сниматься. Ну, давай пойду домой. Нет, не уходи. Всем привет, с вами Диана Суворова и мама Дианы Суворовой. Здравствуйте. Сегодня мама зашла ко мне в гости, и у меня родилась идея, почему бы вместе с мамой сегодня не протестировать очень интересные патчи под глаза. Очень инстаграмные и известные. Они называются Bloom. Это патчи с микроиголками. Мама, ты готова? Нет. Точно. Так что снимать не будем, значит. Или все-таки попробуем? Я бы с удовольствием с тобой снялась, но что такое микроиголки? Микроиголки – это патчи с микроиголочками из гиалуроновой кислоты, и они также содержат еще и янтарную кислоту. Давай сегодня вместе протестируем. Я подопытный кролик. Ну, я думаю, что все будет хорошо в итоге, но что-то вроде этого. На самом деле, я очень рада, что сегодня мама снимается со мной. Если хотите больше видео с мамой, то ставьте маме лайк, маме Дианы Суворовой. Возможно, у нас еще какие-то идеи спонтанно родятся. Давайте прочитаем инструкцию, как этим пользоваться. Я эту миссию передаю маме. Мама, прочитаешь инструкцию, способ применения. Что с этим делают? А ты будешь доставать? Да. Конечно. Способ применения. Достать патчи из упаковки и удалить белую защитную пленку по их периметру. Нанести патчи на чистую сухую кожу под глазами, не касаясь руками микроигл в центральной части. Надавить на патчи для их активации прижимающими, а не разглаживающими движениями. О, боже, смотри, не перепутай. Так. Оставить на коже на 25 минут. А для большей эффективности можно надавливать на патчи каждые 5 минут. Угу. Но не разглаживать. Не разглаживать, надавливать. Угу. Аккуратно снять патчи по истечении указанного времени, и каждый патч является одноразовым и не подлежит повторному использованию. Угу. Хорошо. Так, ну, вроде бы все понятно. Здесь мне написано... Мне непонятно. Почему? Подробная инструкция. Мы что, вы что прочитали? Давай их откроем. Ну что, давай вскрывать. Посмотрим, что там внутри. Так. Так. Вот так вот они выглядят. Голографические патчи. Какие хорошенькие. Да, очень красивые. Какие хорошенькие. Я вот в Инстаграме видела, что все их себе накладывают, они так переливаются. А, каждый себе. Да, каждый себе. То есть... Не ты мне, а я сама себе. Да, мы сегодня каждый пробуем на себе. Я на своей коже вокруг глаз, а ты на своей. Потому что я слышала, что это патчи, которые имеют анти-эйдж эффект. То есть они убирают мелкие морщинки, они там разглаживают кожу под глазами, убирают синяки. В общем, какие-то они волшебные. Я не пробовала, я только слышала о таких. В общем, сегодня буду впервые пробовать. Ну что, открываем? Ну они хорошенькие такие. Ну хорошенькие, конечно, хорошенькие. Очень красивые. Открывай. Я не умею. Вот так вот. Сначала в детстве я все прихожу к маме и говорю: мама, открой, мама, возьми, да? Да. А теперь ты просишь меня все открыть. Ну хорошо. Таких вещей у меня не было. Ну хорошо. Вот смотри, вот так вот они выглядят. Действительно, там есть маленькие-маленькие иголочки, совсем микроскопические. Нет. Я что-то думала, они будут, знаете, побольше. Это хорошо, что они маленькие. Хорошо, что маленькие. Давай я тебе покажу, как сделать, а ты будешь повторять. Ты на себе? Да, на себе. Давай. Смотри, тут надо снять сначала вот такую защитную, вот такой ободок. Они же должны приклеиться, я так понимаю. Угу. Вот, снимаем. Нашла? Нет. Так. Нашла. Вот, смотри. А правый и левый глаз, это важно? По-моему, они без вот одинаковые. И вот, наверное, вот чуть-чуть еще буду заходить вот на эту зону, где бывают морщинки. Так. И что там было сказано? И надавливать, но не что с тобой? Что с тобой? Ну, я чувствую, что мелкие-мелкие такие иголочки. Не растирай. Не растираю, но я надавливаю, но не очень болезненно, нормально. Не болезненно. Но чувствую, что вот... Знаешь, как будто вот комарик укусил на 25%. Где-то так. Ну, мало ли где он кусает, а под глазиком. Так, ну-ка, да. И теперь
придавливай, не разглаживай, а придавливай. Давай ты мне придавишь. Нет, нет, ты сама вот так аккуратно придавливай. Ну как, ты чувствуешь что-то? Да, иголки. Иголки? Вот так вот по всей длине? Не страшно, вообще не больно. Не, не больно. Не больно. Красиво. А? Красиво. Красиво переливается, да? Да. Я сильно придавила, вообще не чувствую ничего. Не чувствуешь? Нет. Ну сначала... такое шершавенькое что-то. Ну да, как будто шершавенькое. Я думала, что будет это я чувствоваться тоже больнее, да? Я тоже думала. А на самом деле нет. Ой. Так. Наконец-то я пробую эти знаменитые патчи. Так, приложила и вот на этом как-то вот я прям сильнее чувствую. Так, я тоже начинаю. Давай. Ну как? О, сначала иголочки. Так. Сначала иголочки чувствуются. А потом ничего не чувствуется. Теперь надо каждые 5 минут продолжать давить. Сейчас мы засечем 25 минут, да? Нет, каждые 5 минут. Ну, 25 минут всего держать? Да. Вот, я засекла 25 минут. А я могу сделать 5 минут. Ну, можно просто периодически вот так надавливать. Ну как? Мама вообще, надо сказать, очень редко пользуется и кремом, да, и патчами. Ну, зачем ты выдаешь мои секреты? Ну, посмотри, как ты хорошо выглядишь. Это просто... Что, без крема? Без крема и без ничего ты выглядишь. Мы как инопланетяне. Мама, ты не выключила звонок перед съемкой? Я выключила на часах. Так, пока мы сидим с патчами, я все-таки прочитаю, какое у них назначение. Итак, они улучшают микроциркуляцию кожи, ускоряют метаболизм кожи, оказывается, у кожи есть метаболизм, повышают плотность дермы, выравнивают микрорельеф и нормализируют барьерную функцию кожи. Эта технология позволяет доставлять гиалуроновую и янтарную кислоту до базальной мембраны кожи, обеспечивая 5 действий против синяков под глазами. Вот так вот. А я не знала, а базальная это что? Базальная? Я не знаю, я сейчас, наверное, погуглю. Тебе точно скажу, что такое базальное. Рекомендовано эти патчи делать курсом 4-6 применений с промежутком в 48 часов. Мы, конечно, сегодня сделаем только одну процедуру, но если нам понравится, будем делать еще, да? Да. Ну что ты чувствуешь? Красиво. Только красиво. А никаких ощущений неприятных, ничего, все хорошо? Слава иголочки. Богу, неприятных нет. Все хорошо. Да. Иголочки, кстати, они рассасываются, я так понимаю, через 25 минут они просто исчезают и все. Пусть но я их уже практически не нет, чувствую. Вот да? На скулах чувствуется, там, где косточки. Там, где косточка. Да. Там чуть-чуть. Можно придавить, тогда чувствуют. Мы с тобой не очень похожи, а вот с патчами... А с патчами? Сразу видно, что мы мама с дочкой. Да? Угу. А напишите, кстати, в комментариях, похожи мы с мамой или нет. Мне кажется, что не похожи. Но голос, но говорят, что голос похож. А с патчами тоже не похожи? С патчами? Ну, с патчами похожи, конечно. Кажется, таймер сработал. Давай. Давай. Так. Отлепляю. Очень он... Ой. Аккуратно входит. Слушайте, я такую вижу микроперфорацию на коже. А ты? Я не вижу без очков. Хотя... Но пока что остался только след вот такой. Вот видишь, от этого патча прям такой светленький, смотри. Да? Тебе видно? Одень очки, посмотри. Так. Что там видно? Что-то видно? Что-то такое гладенькое. Гладенькое. Такое. Я вот на своей коже вижу как микро такую вот перфорацию. Но вообще очень четкий след от патча. А ну-ка я патча. На тебя посмотрю. Да, посмотри. Да, след от патча. След от патча угу. Есть, да? Угу. Так, ну ладно, сниму вторую. Давай. Это прям сильно прилипло. Так, и что у меня здесь? Гладенькое. Мне тут какая-то... Что-то вот прям гладенькое очень. Гладкое? Угу. Ну вот микро-микро перфорация такая. Ну, это, наверное, след от этих иголочек.
Я сейчас посмотрю, они вообще растворились или нет. Они перестали чувствоваться. Да. Под конец. В какой-то момент, да. Но вот они вот прям мелкие. Можешь потрогать. Сейчас прям вот они не колючие. Да. Они шершавые. Бугорочки. Такие маленькие шершавые, бугорочки. Да. Но я же думала, что это вообще гвозди. Ну что ты думала, я тебя гвоздями тут буду заколачивать вообще? Ну, слушай, ну не знаю, пока что вот четкий у меня след есть, да, от этих вот патчей под глазами. Приятненько. Да. Вот. И у тебя, кстати, тоже оно как посветлело. Ну, мне кажется, немножко и красненькое есть. Да? Ну-ка, одень очки, посмотри еще внимательно. Ну, чуть-чуть красный. Да, но я же изо всех сил давила каждые 5 минут. Может, не надо так сильно было давить вообще? Но я старалась. Да. Думаю, что можно сейчас просто на зону под глаза нанести вот увлажняющий легкий такой гель. Мне кажется, это будет лучше всего. Давай тебе, ты тоже нанесешь. Так. Ну-ка, на один. Чувствуется увлажнение такое. Может быть, сыворотка и крем будет лучше впитываться. Еще? Держи. Ну как, лучше? Да, приятнее. Да, прям вот хотелось что-то такое нанести после них. Мне очень понравилось, Дианочка, потому что это первые патчи в моей жизни. И это не страшно. Хорошо. Это даже очень интересно. Так что я думаю, мы должны повторить. Правильно? И снять еще что-нибудь интересное, что мне протестировать. И я буду очень рада, если ты согласишься и придешь ко мне еще раз. Придешь? Хорошо. Хорошо? С удовольствием. Хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте маме лайк. И очень скоро увидимся в новых видео. Всем пока. Подписывайтесь. Пока. Пока.